Всем привет! Вы на канале Детки Непоседки. Сегодня мы с Яриком играем. Давай, Ярослав, рассказывай, что мы будем играть? Я даже не знаю, как эту игру объяснить. Ну, вот называется «Покорение башен, защита башни». Да. Мы сейчас ее установим. А пока установим, Ярослав расскажет, что там делать. Короче, эта игра, я опять не знаю, как ее объяснить. Это как бы большая игра. Там нужно получать новых персонажей, прокачивать их. Покорение башни, защита башни. Я так понимаю, башню как-то защищать? Да. Вот, значит, мы будем защищать башню. И еще персонажей прокачивать. Пока она установится. Ну, вот уже установка пошла. Играть. Так, начинается. Вспомнил? Нет. А. Давай рассказывай, что тут делать. Давай куда? Ты будешь первый начинать. Хорошо, это достаточно очень сложная игра. Достаточно. А тут я все понял. Тут герои, которые первые. Все, я понял. Давай какой первый пробный бой. Дальше разберемся. А мы подписчикам-то не объяснили. Сейчас объясним. Мы первый бой сыграем и все расскажем. Здесь тоже достаточно сложно. Так, здесь мы выбираем бойцов? Нет, мы уже выбрали. В принципе, что? Я все равно ничего не помню. Ну давай жми в бой. Да, в принципе, такие персонажи хватит. Продолжить? Да. Все. Так, все, начинается. У нас копится магическая сила 100 максимально. Сейчас нужно улучшить. Улучшаем так. Максимум до 300. А, нет, теперь 300 максимум тут. Все, мы отправили первого бойца. Сразу второго. То есть вы понимаете, да, накапливается вот эта синяя в правом углу магическая сила сейчас максимум. Сейчас мы... я забыл, что нам не хватит на это. Давай. Так. Вот, и по мере накопления мы выставляем бойцов. Вот этот синий треугольник. Так, установитель жизни. Лекарь. Защита башни. Мне кажется, нужно еще какой-то большой. Да, вот это сейчас выберем. Давай лекаря, наверное, еще одного. Таких вызовов маленьких. Так, а что, а куда они там идут-то, непонятно, не видно. Они идут на башню. Вот, можно посмотреть. А как посмотреть башню? Вот. Это ускорили. Мы победили, да? Ты игру просто ускорил. Да. Так, давай, теперь я. Так. И по времени успели. Отлично, ну молодцы. Продолжим. Стартовый пакет, это все ерунда. Да. Мне нужно деньги тратить. Так, теперь можно вам уже и объяснить? Давай. Что, короче? Вот это. Это игра такая, где нужно выставлять своих персонажей в бой. И прокачивать их. И убивать новых, конечно же. Давай посмотрим, у нас есть бесплатно какая-то... Это за рекламу. А это с восклицательным знаком, что это? Это мы сделали сундук. Да, вот это. Все понятно. Стой. Может быть, там всегда что-то давай есть. Давай я сделаю. Нет. Это в конце лицензии. Так. Я вам как бы объяснил. Вот армия, давай посмотрим. Давай вернемся назад, покажем армию нашу. Я сам уже тоже не помню, это было. Мы играли с Ярославом вот это. Армия. Сейчас покажем, сколько у тебя бойцов есть. Это все твои бойцы. Это все. И здесь их можно прокачивать, да, я так понимаю? Да, и получать. Есть заблокированные. А что нужно для прокачки? Выбери, допустим, любого. Вот. С усами.
кулачок с усами. Давай. Для того, для прокачки ему нужно... А, 1000 золота, этих монет. Да, но это нужно... А, стоп. Ну, это одного. У нас его нет, зачем ты его прокачиваешь? Да. Он потому что не такой уж крутой. Где ему зачем? Прокачивать надо было тех, кто у нас есть. Да. Ну, давай в бой. У нас есть все равно очень крутой. Давай. То есть нам нужно получать монеты. Да. Награда вот 650 монет и 155 опыта. А. Вот сюда на виде. Я хотел... А, это такая же армия вроде. Давай. Что, сначала ты прокачиваешь это, да? Да, я нам будет больше давать. Магический шар. Чтобы потом вот это. Было 300. У нас прокачанный. У него прокачанный. Ага. Да, этот сильный. О, вот этот. Нам нужно вот это, чтобы восполнять вот эту жизнь. Во, восполнил. Восполнил. Да. Сейчас максимально прокачаем, будет там максимально. Да ничего. Сейчас нам будет максимально давать. А это что такое? Это сейчас я скажу. Что произошло по-моему? Я тоже не поняла. Нам нужно сейчас быстро очень прокачиваться, потому что. О, спасите вот этот. Это дурально. Макс 1000. Сейчас вызовем босса. Он сейчас всех ждет. Это, конечно, серьезный скелет. Сразу он что-то полетел. Ты зачем нажал пальцем? О, сейчас будем восполнять жизни. Ускорим игру, чтобы было все быстрее. Смотри на жизнь вот этого. Угу. Интересно, что башню не видно. Да, потому что он далеко. Обидели. Такое. Из-за того, чтобы нашу башню дал, да. Били, мы не получили угу. Максимальное количество баллов. Да, вот это жаль, конечно. Давай теперь я попробую. Давай. Попробуй. Это достаточно сложная игра. Ну попробуй. Загрузка сейчас. Да. Да. И все, начали. Прокачивай. А мы будем тебе больше давать. Все. Спавн. Вот это вода. Угу. И вот этого. Теперь можешь дальше прокачивать. Угу. А нет, он не сильный. Ну, вот сейчас, этого сейчас, еще. Сейчас разберемся. И вот этого. Угу. Прокачивай. Я хочу вот этого сделать. А. Ну, тебе нужно прокачивать, то он тебе будет больше давать. Да. А, это летающее проходит. Да. О, сейчас нужно... Ну все, что он крутится. О, сейчас будет. Сейчас будет, да. Сейчас будет, да. Я думаю, что будешь копить на вот это. Сейчас нужно накопить на вот это. Он тебя спасет. Потому что здесь вот этот самурай. Угу. Копи на это. На это. Все. Это точно так. Тебе можешь кого угодно делать. И вот это так часто. На максимум.
Еще раз. Ну, а зачем мне столько много? Оно будет его больше давать. Быстрее будет накапливаться, да. Или с такой же скоростью? Нет, больше. Быстрее начнем. А этих я не могу использовать? Можешь. А, могу. Вот было еще 500. Вот здесь он не капливается. Либо два некора. Как вот это летающий, почему он пролетел? Короче, он летает. Но урона башни он не наносит? Не, не наносит. Он других убивает. Победил? Да. Ну, а, все что ли взял? Все взял. О, повезло тебе. Скажи. Что, будет? На. Ух. У меня с левой рукой, потому что компьютером далеко. О, у них есть может, босс. Так, да. У них босс есть, как и у нас. Так, плохо. Так, я надеюсь, мне сразу же не побежит какой-нибудь человек. Пытаемся прокачаться сразу же. О-о-о, все понял. Сейчас вот это. А нет, нет. Но от этого они точно не смогут победить. Железо у тебя есть. Да не это в крайнем случае. Опа. Сейчас буду копить, чтобы прокачать до максимума. Ты уже можешь 500 накопить и поставить большого. Да, сейчас поставлю большого. Потому что у тебя он прорывается. Угу. И лекаря, наверное, к нему. Ну, а так их поставлю мелко. Лекарь нужно, чтобы лечить его. Вот смотри, его уже наполовину подранили. Сейчас. А здесь я все знаю. Что такое интрига. Что такое. А это до максимума. А, макс. У тебя ни к чему до максимума. У тебя максимальный боец стоит 500. Если 500, то достаточно. Вон, убили твоего. Да. А, нет, нет. Или убили. А почему он не может его вызвать? А он там бьет дальше. А, бьет. Угу. А, нет, не бьет. Нет, нет. Сейчас придется еще одного заспавнить. А, он по времени, да, получается еще? Мало того, что у него 500 очков. Я бы лекарей побольше сделал. А, тоже нельзя. Да, они тоже по времени. И это, кстати, эпический. Хороший. Убили его. Лекаря. Все, он его заспавнил. Дважды убили. Заспавнил, только что убили. Или не его заспавнил. О, мелко. О, это помогает. По времени не ложились. Да, потому что здесь вообще долгий бой. Если по времени никак. Если здесь очень хороший персонаж, так подобное. Все, долбит башню, да, смотри, у нее жизнь пошла на убыль. Да. Да, я не знаю, что. Наблюдать как бы. Да! Победа. Это еще один раунд. Сундук какой-то. Сундук робота. И какие-то части получили. Да. О, новая карта. Как раз. Последний раунд. Новая давай. Карта. Обзор новой карты. О, надо прокачать. Снизу это наши. Да. Наш босс. А, нет. О, у них вот этот герой был. Карточки необходимы, чтобы разблокировать и усовершенствовать бойцов. О.
Ты будешь кого-нибудь вызывать, смотри, этот с вилами на тебя напал. Двое с вилами. Мне очень мало стоит, а не 50 стоит. Напомню. О, это кто-то серьезный. О, это вот, он может вот такого победить. Он сейчас нас победит, я так думаю. Если бы мы не заспавнили, то это даже не было. Он бы не заспавнили. О! Помогите, он еще одно доказывается. Лекарь нужен. Да, лекарь дает он еще. Давай. Лекарь, давай. Давай быстрее. Лекарь! Еще один вон у тебя созрел. Да, все, ну копить на этого. Сейчас будем копить, нам уже хватает. Давай, вот сейчас он уже будет. Налови. Во. О, сейчас, сейчас мы дадим вам жару. Или не дадим. Лекаря еще одного, наверное, надо. Да. Давай. О, не упомнись. Все, прошли они здесь. О, пытается вызвать эпейки. Все, сейчас мы вас. Ну о, так, на самом деле, в какой-то момент, конечно, был. Уже как будто вот-вот прорвутся они. Да, они вот здесь были. Но не в этот раз. И ура! Есть, все три собрал, молодец. А, давай уже будем заканчивать. Давай. Это была игра «Защита башен». Да. Это был Ярослав на канале «Детки непоседки». Подписывайтесь на нас, смотрите новые видео. Давайте, пока-пока. Пока-пока.